Всем привет! Начинаю свой мини, я думаю, что это будет все-таки мини-вязальный блок выходного дня. Попробую я вернуть этот формат на канал, когда-то у меня, по-моему, года полтора назад был такой формат регулярным. Значит, я показывала в предыдущем видео, что заказ у меня поступил срочный, и я вчера сходила, купила пряжицу Dolce. Вот такой красивый цвет, это будет у меня подушка олень. 855 белый, и у меня еще и сливочный. Взяла крючок номер 5. Тут у меня еще всякие прибамбасы лежат, которые, конечно же, просто от предыдущих проектов остались. Да, ножницы, вот это носки заканчивала, отматывала, чтобы у меня секции получились одинаковые. И вот я уже перемотала первый моточек. Сейчас у меня задача стоит начать вязать заднюю часть подушки. Она будет одноцветная, вот этим основным цветом. Я взяла с собой рулетку. Подушка должна получиться где-то 20 на 25. Вот. Так что будем приступать к вязанию. Ну и буду постепенно подключаться. С лобиками без накида буду вязать. Надеюсь, что сегодня заднюю часть свяжу. Так, вязальный блок выходного дня, похоже, будет. Посмотрите, какая милота у меня получается. Значит, я уже связала основание, тело, подушки. Не знаю даже, какое здесь слово правильно. Здесь вот у меня пока, как это правильно сказать-то, ну, скажем так, тренировочный шов. Я связала не до конца и пока что просто присматриваюсь. Да? Так я буду делать. Или как-то иначе. Ну вот, вот здесь все готово. Здесь будет носик, глазки вот так. Ну да. Тут еще нужно будет вышить такие птички. Вот этой молочной пряжи, да, в цвет. И я сижу, вяжу рожки. Такие они классные получились. Я прямо обалдею. Я еще немножко их наполню, что там пока кроме кончиков нити ничего нету. И потом это все дело вот так вот пришью. То есть буду сшивать подушку и туда же пришью рога. Сильно тяжелыми их делать не хочу. Ну, надо, чтобы просто они стояли, да? Не объемные были, а чтобы просто стояли. Подушка, чтобы стоит вот, если, допустим, так. То и рожки стоят. Сильно если набить, они будут перевешивать и закуливаться. Получается, что мне из вязания остался носик. 4 малюсенькие лапки. Надо посмотреть, какого они там цвета. Ну, скорее всего, основного цвета. Такие буквально там, не знаю, на 4, наверное, ряда. И уши. Уши пока что самая большая загадка для меня. Но я еще просто не смотрела, не рассматривала, как они там связаны. Но я себе какое-то представление пытаюсь сделать, да, какого вообще это должно быть размера. Не меньше рожек. Вот. И, ну, я думаю, что я сегодня эту подушку закончу полностью. У меня пришла смс о том, что приехала моя пряжа на Wildberries, и глазки там уже меня ждут со вчерашнего дня, поэтому сюда я уже буду ставить красивые глазки. Написала заказчица, что поприкладываю, и пусть она сама выберет, но мне кажется, что сюда больше всего подойдут глазки или с зеленой радужкой, если там не слишком насыщен, или с золотистой, чтобы вот такой вот он был. Реально, как диснеевский. И еще сегодня, пока я монтировала вязальный влог, который уже на канале, я начала вязать очередную шапку. Вот. Точно такую же. Буду делать точно такие же убавки. Ну, тут совсем немножко. Вот. Так что сейчас еще чуть-чуть повяжу. Наверное, свяжу все лапки. У меня тут кофе рядышком стоит. Я его буду добивать. Свяжу все лапки. И пойду на Wildberries. Приду, покажу, что у меня пришло. Глазки покажу, пряжу покажу. Там у меня на зайчика пришла пряжа. И как только закончу подушку, отпишу заказчице, чтобы она уже не волновалась, потому что им она нужна очень сильно в понедельник рано утром. Все-таки, наверное, распущу этот шов. Как будто он подстягивает. Но в то же время, мне кажется, это будет самый аккуратный вариант. И сегодня же буду приступать к вязанию зайца нового.
хочу отправить обе посылки в один заезд, да, потому что мне ехать на СДР в другой город. Это занимает время, конечно же. Вот это час туда, час обратно. И там тоже пройтись. Ну, в общем, полдня, да, съездить, отправить посылки. Так уж лучше сразу две отправить, чтобы потом не ехать второй раз. Я лучше в это время мастер-класс сниму. Такая классная подушка. Подружка говорит, делай описание. Ну, не знаю. Ну, она для меня маленькая. Вот если бы я уже и делала, то я бы делала какую-то такую большую подушку. Ну, не знаю. Хотя бы там 40 на 40 или там 40 на 30. Пока она такая, конечно, совсем малепуська. Даже не знаю. Но чисто декоративная, правда? Так, ладно, все, пошла дальше вязать. Так, ну что, продолжим наш влог выходного дня. Я сходила на Wildberries, только что и забрала пряжу. Сейчас буду распаковывать, фотографировать, отправлять заказчице. Хотела сделать фотографию там на месте, но не разрешили, а, короче, фотографировать в помещении вообще никакого смысла нет. Там очень-очень плохой свет и, ну, короче, цветопередача была бы абы какая. Одну секунду. Вот они. Вот. А я очень хотела именно показать цвет заказчице. Ну, в общем, я потом достала фотографии в телефоне, которые были, так прикинула, что из того, что есть в палитре этих двух пряж, Ямар Дольче и Гималая Долфин Бэби, это будет самый подходящий, потому что все остальное или темнее, или отдает в зеленцу, или в синеву, или вообще в сирень. А это вот такой вот вроде, ну, может быть, чуть-чуть в голубой отдает, но больше все-таки серый. Ну, не знаю, мне он серый, светлый. Поэтому будем приступать к вязанию зайца. И еще здесь были глазки. Сейчас я открою и покажу. Так, я распаковала. У меня тут два комплекта. Они одного размера, но в одном комплекте только вот такие радужные, да, видно, нет. А во втором цветные, и они вот пара серебристых, пара золотистых, пара зеленых, розовых и синих. И, ну, естественно, чтобы показать вам, как это смотрится, я один глазик, я не знала, что оно вот так вот с такими шайбочками переходит. И нужно самому просовывать. Тут, кстати, заглушки такие солидные. Я надеюсь, что они будут защелкиваться на отлично. И я, короче, взяла один глазик собирать, чтобы вам показать. И думаю, что тут за пленка? Видно вам? А это на каждом глазике? Пленка, чтобы не поцарапалась. Слушайте, все, это 100% попадание. Гляньте, какая красота. Боже мой. Эш, просто шик, блеск, красота. Мне бы такие глаза. По-моему, это бомба. Ну что, написать им, что я готова их рекламировать. Вот. Оставлю артикул в Инстаграме. Буду вредная. А я хочу много подписчиков в Инстаграме. У меня есть цель увеличить. Не буду говорить до какой цифры, но за год я хочу вырасти в Инстаграме очень прилично. Поэтому приходите, подписывайтесь. И в Телеграме тоже ссылочку оставлю. Не ссылочку, а артикул. Слушайте, ну это бомба просто. Класс, я очень довольна. Они такие залипательные, такие блестящие, очень качественные. Лучше глаз я еще не видала. Вот, сейчас я уберу и покажу свои продвижения. Так, мои продвижения. Тут вот я наколола на иголочку. Вот такое ушко у меня получилось. Мне очень нравится, оно двойное. Естественно, я его ничем набивать не буду. Так, мои рога. Сейчас вам покажу всю эту композицию. Где-то там.
А где? А вон, второе ухо. Специально поставляла, ну, такие кончики, чтобы можно было перешить. Перешивать буду, ну, вот как наколола, так, наверное, и буду. Так, это тут фломастера ребенок нарисовал. Значит, я создала две отдельные детали, обвязала их, ну, соединила, обвязала. Связала так, чтобы она немножко как бы вовнутрь загибалась, да, чтобы имела форму ушка. И вот, ну вот так, не знаю, наверное, нет. Так, вот так, рога. И вот так вот уши, мне кажется, это как-то не по-ленёнски, да. Я их пришью вот чуть-чуть вот так. И мне кажется, будет хорошо. Вот, вообще очень довольна всем этим делом, мне так нравится. Единственное, что, конечно, кажется мелочи-мелочи, но это кучу времени занимает. Вот. Мне осталось нос и 4 лапки. Две типа, ну там такие помпушки, блин. Две сюда и две как будто бы ножки. И пропылесосить, потому что он летит, все. Вот так. Сейчас буду... Ну и собрать, конечно, все кончики, спрятать, набить. Сейчас буду вставлять глазки и фотографировать заказчице, отправлять, чтобы она выбрала какой цвет. Ой, я уже даже не знаю. Такой он прикольный получается, этот олень. У меня сейчас потихоньку начинает тянуть на игрушки, но я не хочу мелочью заниматься. Вот я поняла, что мне нравится игрушки вязать, но большие. Вот. Это опасно и дорого. Так, ну что, приветствую вас в новом дне. Сегодня у нас воскресенье. У меня там вот сопровождение очень поддерживает меня кот. Закончился кофе дома, пью чай. И второй день уже пью чай за кофе. Вчера выходила, но все купила, кроме кофе. И вот вспомнила, почему чай не очень люблю черный, да, потому что кружки красит. А еще слышала, что если кружка красить, значит чай не настоящий, как царь, да, тот. Так, у меня в работе первый клубочек Янар Дольче. Время у нас 8 утра. Я уже переделала кучу домашних дел на самом деле. И вот, наконец-то, села вязать. Я вчера закончила с плюшку. Я ее чуть позже вам покажу, когда немножко посветлеет. Может быть, даже лицом в кадре подключусь. Показала старшему сыну. Говорю, похоже на оленя. Он такой, я теперь тоже такую хочу. Вот, я пока что вяжу зайчиком. Это мое рабочее место. И так я обычно ножки складываю, чтобы мне было удобненько вязать. Вот шея мне не болит. Так что продолжаем. Я сейчас уже начала делать убавки. Мне сегодня этого зайца нужно по максимуму связать. Я очень надеюсь, что я хорошо продвинусь. Ну, буду показывать. Так, показываю вам готовую работу, потому что за ней уже едут. Что-то думала, что попозже. Короче, у меня получился вот такой... Прикольный пупсик. Очень эти глазки понравились вообще. Такие качественные, такие классненькие. Вот, носик вышивала. Там на фотографии из интернета он черный. Я решила сделать его коричневым, потому что с черным был очень сильный контраст. Вообще, если честно... Если бы не рога и вот эти вот штучки, то мне эта подушечка больше напоминает собачку корги. Наверное, расцветкой. Вот, я не набивала лапки. Никакие вообще, они и так прикольно смотрятся. Ушки, рожки чуть-чуть совсем. Ну и подушечка сама набитая, да, то есть... Вообще, на самом деле, ей можно, ну, прям пользоваться. Она... Прям мягенькая, то есть прям можно под голову потом положить. Вот, ну, в общем-то, все здесь хорошо. Я не скажу вам расход, у меня ушло явно больше, чем моток вот этой пряжи. Какого это цвета, даже не знаю. Ну, совсем немножко белого на рога ушло. А вот этого цвета тоже не скажу, потому что у меня оставался от вот такой клубочек, наверное, начатый. Но мне его, конечно же, не хватило. То есть, ну, условно получается, что все равно два мотка вот этого цвета нужно брать. Целый моток
не целый уйдет, конечно, но моток вот такого цвета и белые остатки на рожке. Вот у нас там такой снегопад начался. Прикольная, правда? Вот. Сейчас бы как-нибудь бы сфоткать бы, но уже не успеваю. Тран-тан, очередное будет подключение. Уже я тут не одна, поэтому будут посторонние шумы. Так, у нас уже вечереет, ну точнее уже завечерело, скоро будет темнеть. И я сделала ужин детям, приготовила уборку, я вчера сделала, поэтому у меня есть время наповязать. Хотя, если честно, до этого, прежде чем пойти готовить ужин, я целый день вязала. Вот я как встала, рано-рано утром все тоже переделала, доделала и села вязать. И очень-очень сильно старалась. Я, конечно, отсидела себе, если честно, все ноги. Но у меня практически готов заяц, чему я безумно рада. Значит, смотрите, у меня там два готовых уха. Сейчас я буду все доставать, потому что уже, честно, рассчитываю, что за вечер я его сейчас довяжу и соберу. Значит, у меня там два уха. Подушка моя уже уехала. Так, это тоже пригодится. Дальше у меня... тело полностью связано, все-все-все, ножки вот тут осталось только наполнить. Такой приятный цвет. Дальше я села вязать голову, поставила вот эти красивые глазки. Там, оказывается, в глазках с этими блесточками еще и два разных цвета. Есть такие желто-голубые, а есть розово-зеленые. Ну, в общем, я связала голову, сразу все оформила, все вышила и все. Потому что сейчас бы я это уже не сделала. И мне осталось связать хвостик и две верхние лапки. Я уже и пряжу перемотала. У меня тут еще вот два небольших клубочка. Хвостик, две лапки и все пришить. Вот. И я сейчас буду это все делать. И даже рассчитываю на то, что я еще успею сегодня шапку повязать. Вот. Ну, в общем, уже, наверное, поздно вечером я еще покажу. Всем привет! Сегодня уже понедельник. Сейчас раннее-раннее утро. Я уже смонтировала предыдущую нарезку во влоге выходного дня. И покажу вам продвижение, которое случилось уже после последнего включения. Вечером не до включения было, так разболелась голова. Все-таки без выходных. Ну, сложно, да. То есть я прям вспомнила, как это было раньше. И такое самосменение. Не надо возвращаться. Получается, что у меня прошлые выходные были рабочие, позапрошлые выходные были рабочие. И вот эти тоже были рабочие. То есть три недели подряд без выходных. Это не дело. Разболелась голова, пришлось пить таблетку. Таблетка не помогла, я проснулась утром с точно такой же головной болью и выпила еще одну таблетку. И вот только сейчас мне стало полегче. Вот. Но все, понедельник снова работать. Вот, поэтому вечером, конечно же, было не до включения, но я все равно продвинула то, что я хотела. Правда, не настолько, насколько хотела. Значит, первое, что я вам покажу, это, конечно же, зайчика. Вот, я его могла бы вчера закончить, но мне нужно было последнее уже сшивание, вот это самое главное, да, делать за столом. Потому что, ну, я не умею делать по-другому. Значит, я к голове пришила уши вчера вечером. Вот. Это так всегда смотрится. Пока еще не собрано, да, странно. И я пришила лапки к телу. Вот. Такое вот. И хвост. Лапки, получается, связала, набила. Хвостик получился такой в этот раз какой-то прям смачненький. Не знаю даже почему. Вот. И хвостик, конечно, можно было пришить и на коленках, но я хвост пришиваю в самый последний момент, потому что потом голову... Короче, если на столе все равно выкладывают, то хвост сзади мешает, да? Впереди же его не пришьешь. Хотя я один раз пришила, так торопилась, вот когда вот массово заканчивала этих зайцев, получается, вот неделю назад, да, я одному зайцу пришила хвост спереди, уже спрятала кончики, и потом думаю, что-то здесь не то.
Вот. Ну, в общем, осталось перешить голову и хвост. Это 10 минут работы, но это я уже сделаю, конечно же, за кадром. А так получается, что я очень хорошо поработала в эти выходные, потому что, ну, можно сказать, что у меня две готовые работы. Да, это подушка с плюшка. Кстати, у меня заказчица, которая заказывала эту подушку, написала мне вечером, что нужна еще одна такая. У нее двое детей, погодки. И уже, ну, полностью историю рассказывать не буду, они заказывали для определенных целей, а потом уже, в общем, дети увидели, и поскольку двое детей маленьких, естественно, каждому нужна своя, поэтому мне вечером написали, что нужна еще такая подушка, я совсем подумала, а я только подумала, в следующие выходные я буду лежать просто вот горизонтально, и буду только ресницами шевелить, хлопать, да, глазами, веками. И тут же приходит, и я сама себе думаю, так, когда я это буду делать? Ну, получается, в субботу. Вот, потому что все вечера у меня уже полностью расписаны. Так, и я говорила о том, что я, наверное, еще что-то успею. Я успела. Я успела повязать свою шапочку. Вот, из Мерина Ройл, сколько тут? Ну, сантиметров 6, наверное, 6-7 провязала. Здесь, слава богу, когда я перематывала эти моточки, да, я же перематываю все-все-все. Уже столько раз рассказывала, для чего это все перематываю. Мне кажется, можно отдельный плейлист создать с видео, где я об этом говорю. Потому что если бы были открыты комментарии, я уверена, что там бы 100% были до сих пор эти комментарии. Значит, для чего я перематываю пряжу? Во-первых, мне быстрее вязать из клубка. Вообще, на самом деле, чем дольше я вяжу, хотя кажется, куда уже дольше, да, это я уже 20... сколько лет? Мне скоро 36. Начала я вязать где-то в 7 лет, да, ну вот посчитайте, сколько лет я вяжу. И мне кажется, чем дольше я вяжу, и чем больше клубков я перематываю, тем больше плюсов я в этом вижу. Вот так я скажу. Я вот, допустим, сегодня поняла, что я, мне кажется, может, никогда и не озвучивала, но это очень значимый плюс, особенно для новичков. У кого вот с плотностью еще есть, да, вопросики, да, там петли пляшут, или, допустим, знаете, бывает, когда, ну, такое даже и опыт в вязательстве бывает, и у меня такое бывает. Допустим, вязал процесс, провязал там какой-то кусочек, отложил. Да, особенно если какая-то гладь или там, тот же рис. И отложил там на несколько месяцев, ну, бывает у всех у нас, да, почти что у всех бывает. Потом возвращаешься к этому процессу, начинаешь вязать, и плотность поменялась. Ну, это бывает. Так вот, если говорить про, ну, про практически регулярное вязание, да, когда вы там, допустим, по вечерам вяжете какой-то джемперочек, то клубочку в любом случае удобнее, в том плане даже, что, ну вот, пока у меня еще есть тут, младший ребенок записался в помощники по перематыванию клубочков. Каждый вечер он мне мотает вот такие клубочки. Я вот думаю, мне уже бояться или нет. Значит, одно дело, когда вот вы вяжете, да, из середины мотка в основном же вяжут, да, когда сверху, вообще не представляю, как это делать, это что, каждый раз вот так вот перекладывать, это же сколько времени свободного надо. Перемотать клубок занимает, ну, 7 минут у меня. Лану Голд. Да, понятно, что там 400 метров, ну, чуть больше. Ну, 12 минут, да. Но вот это вот перекладывание, это ж каждый раз отвлечь руку от вязания, да, переложить там клубочек, поправить. Да, то есть даже не рассматриваю такой вариант. Но вот из центра бывает там срочно надо начать вязать. Или есть еще такой вариант, из центра вязать удобнее все-таки в дороге, когда узкое, когда общественный транспорт, какое-то узкое пространство, и клубок этот просто некуда определить. Тогда, конечно, удобнее, когда он там в сумке как-то стоит, и вы потихонечку эту ниточку там тянете. Но бывает такое, что там в середине, допустим, что-то запуталось. И вот оно пока вот так, оно ты вяжешь, оно идет, да, то есть оно идет. Ты там как-то подергиваешь, а потом хоп, запуталась. Я даже вот по себе помню, ты начинаешь вот тянуть, и петли в этом месте получаются туже.
Потом только это замечаешь. Это не критично. Вообще ни разу все не критично. Но мне удобнее из клубка вязать гораздо. Поэтому, когда я перематывала эти вот клубочки на шапочку, вот их два. О, неплохо я продвинулась, кстати, да? Я очень обрадовалась, потому что ни в одном, ни во втором клубке не было брака. Да, то есть не было ни разрывов, ни разрезов, ни каких-то узелков лишних, ни... Бывает еще вот одна из ниточек, из которой скручена вот пряжа, она там как-то, ну, надрезана, надорвана. В общем, ничего в этих двух клубках не было. И, кстати, в следующих двух тоже. Поэтому я с таким удовольствием, скажем так, спокойно вяжу шапки, знаю, что никакие сюрпризы меня не ждут. Эти шапки будут в наличии, ну, конкретно это и другие еще в том числе. Мне, кстати, пришла пряжа. Янард Мерино Империал, да, я взяла на пробу два цвета по два мотка на Wildberries. И розовый пришел, они идут с разных мест. А розовый вчера вечером я проверяла, уже был у нас, можно было пойти забрать, но у нас такой снегопад был. Снега намело вообще капец. А второй где-то там, так я и не поняла, где это находится, что за склад такой. Короче, где-то потерялся. И вот я сейчас утром захожу проверить, где там мои салатовые два мотка Янард Мерино Империал, а их нет в заказе. То есть все, их они просто исчезли. Осталась только моя арахисовая паста и вот эти два, которые уже пришли вчера. Я так подумала, ну, наверное, это что-то значит. Бог с ними. Поэтому еще пряжу сегодня на... Вечером буду идти с ребенком, заберу. Да, и мне еще нужно, получается, попасть в наш магазин пряжный, где я покупала вот эту пряжу на оленя, потому что на следующую подушку мне однозначно не хватит. Вот, но я еще, в общем, не знаю, у меня есть реально мысли связать большую подушку. Когда я это буду делать? Но тогда надо заказывать упаковку, тогда дешевле и выгоднее. И в общем, надо, короче, подумать еще. Надо мне оно или нет, успею я это или нет, да, потому что надо все, а руки всего две. Вот, поэтому, что, я этими выходными очень довольна, да, у меня заказик связался, уехал, второй заказик связался, я на этой неделе точно уже отправлю оба заказа. Может быть, кстати, и в выходные, да, доеду, потому что ни одна, ни вторая заказчица сильно не торопили меня. Сказали, что могут ждать. Поэтому вот, возможно, в субботу будет хороший повод проветриться. Да? Вот. Так что такие дела. Очень довольна. Ничего не могу сказать, но ничего ни разу вообще не отдохнула. Вот. Но продуктивно поработала. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы мне лайками своими дали понимание, подходит ли вам такой формат, да, потому что большая часть влога была снята на коленке. Лично мне нравится, реально, смена кадра расслабляет немножечко, как будто бы, да, отпускаю, не знаю, ну вот мне самой понравилось, если такой формат подходит, да, на коленке, потому что я по выходным-то все равно вяжу, в любом случае. Очень редко, чтобы я вообще ничего не делала. Но я на выходных не сижу вот здесь, потому что компьютера мне хватает за неделю вот просто за глаза. И так, меня уже потом тошнит от этого компьютера. Поэтому я выходные на диванчик, к телевизору туда куда-нибудь. Что-то там включаю на телевизоре. Кстати, сейчас смотрю, очень нравится передача шоу на Ютубе ВКонтакте «Факты». Прям балдею. И посмеяться, и интересно, и, ну, такое познавательно. Вот, поэтому, если вдруг знаете, что посмотреть, посмотрите. Так что, в общем, если понравился такой формат, если хотите, чтобы я почаще выпускала, каждые выходные, конечно, не обещаю, а всем. Но если вот интересно, лайки, подписки. И да, всех жду в Инстаграме, в Телеграме, на Бусти жду вас обязательно. Напоминаю, что на этого зайчика есть описание. Если очень хочется получить его со скидкой, можете мне просто в Инстаграме написать. В Инстаграме в личное сообщение, что вы не успели, вы проворонили, и я вам сделаю скидку. Вот, потому что уже неделя прошла, и теперь уже описание зайки стоит дороже. В следующий раз уже, наверное, к 8 марта я буду делать распродажу. Ну, то есть, или ждать, или написать мне.
И на Boosty тоже приглашаю вас подписаться. Приглашаю подписаться именно на базовую подписку, которая стоит 200 рублей в месяц. Вы по этой подписке получаете доступ к видеомастер-классам. И в этом году я буду регулярно снимать видеомастер-классы, даже больше, чем хотела в прошлом году. Вот. Так что жду вас везде, везде, везде. Все ссылочки есть в инфобоксе, влоговый канал в том числе, тоже там ссылочка есть. Приходите. Ну, в общем-то, все. На этом буду заканчивать. Всем хороших, продуктивных, будних, рабочих дней. Хорошего настроения. И увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока-пока.